Новые методики, современное оборудование, индивидуальный подход. Педагоги 19-й Северодвинской школы доказали, что их школа является лучшей инклюзивной в регионе. Обо всем подробнее далее. В третьем классе урок с занятиями по коррекции зрения, упражнения, на которые уходит целых 40 минут. Каждые три дети читают учебник в разных очках по очереди. Всего 10 пар с разными диоптриями. Так тренируется зрение. Упражнение называется «раскачка». Для смены позы в кабинете есть тренажеры Базанова, похожие на парты, только в качестве трибуны. Стоя, детям удобно выполнять и гимнастику для глаз. Во время учебного процесса, для того, чтобы глазки отдохнули, расслабились мышцы, мы выполняем гимнастику для глаз по методике профессора Базарнова. То есть это на основе его тренажера, сделана презентация, задача ребят просто глазками смотреть за объектом, движущимся по определенным траекториям. Мне они нравятся, и не просто потому, что если я их не буду делать, то я не вылечусь, наверное. Зрачков совсем плохо видно? Ну, не совсем, но если я смотрю на одно место долго, то у меня глаза разводятся в разные стороны. 19-я школа приняла участие в заочном региональном конкурсе «Лучшая инклюзивная школа». Ничего нового не изобретали, просто описали свои методики работы с детьми, которым нужен особый подход. Работу ведут с детьми, которые имеют нарушение речи, нарушение зрения и патологии опорно-двигательного аппарата. В первом классе после обеденных занятий дети учатся расслабляться. Например, смотрят в окно и где-то там ищут белок или считают, сколько птиц прилетело на дерево. Помогает им в этом аппарат синица. Под лупой раскрашивают мелкие детали. На аппарате Ассира световым пучком раздражается нерв глаза и усиливается кровообращение. Все методики, которые здесь применяются, они не направлены на лечение диагноза. Здесь мы тренируем мышцы глаза и корректируем остроту зрения. Ну, естественно, не даем прогрессировать заболеванию. Значит, Мариночка у нас сидит на раскачке, раскачка поколесниковой, которая направлена на физиологический массаж мышц глаза. Логопедические занятия проводятся в виде игр, подвижных и не только. С 1 по 4 класс детей учат элементарным словам, предложениям, и к концу 4 класса они догоняют своих сверстников по образовательной программе. Мы работаем над развитием лексико-грамматической стороны речи и связной речи. На своих занятиях мы с ребятами и применяем элементы рисования, и применяем какие-то графические схемы для составления связанных текстов. Все методики, направленные на детей с особыми потребностями здоровья, в 19-й школе планируют опробовать на всех учащихся. Но это уже будет профилактика заболеваний. Начнут с упражнений для зрения. Валентина Приходько, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.